Привет. Решили про мою систему, потому что такое нас застало плохое. Начали шланг. А видно, не видно. Начал, не знаю, как это, или водоросль, или... Ну, в общем, ультрафиолет стал попадать. Прозрачный шланг. Начали образовываться такие вот гадости. Не видно. В общем, промываем сейчас бочки. Промываем все системы. Растишки, блин, жара, конечно, сумасшедшая. Вон он такое подвявшенькое. Конечно, жалко. Блин, а что ж поделаешь? Помидоры черри вообще просто загибаются. Я так понимаю, не выдерживают такую температуру. Ну, клубничка более-менее нормально. Вот Лола Роса тоже жарюка для нее, конечно, капец. Красиво, да, такая вот? Цвет, конечно, блин, вот красивый. Так, короче, промываем вот внутри. Блин, не, наверное, не видно. Ну, в общем, грязная система, надо промывать. Уже осадок он есть, находится он. Небольшой, незначительный, но надо. Надо, в общем, промыть систему. О, перчики! Класс! Ребята, первый перчик. Смотри, какой перчик, перчик. Блин, а тут это всяких куча так. Он вообще все загорел. Просто загорел. Кошмар, жалко, конечно. Так, в общем, да, будем промывать дальше системы. Все. А, взяли новый шланг. Новый шланг. Взяли мы. Взяли черный. Я не нашел. Нашел зеленый. А внутри вот он черный. Думаю, что будет нормально. Конечно, лучше, чем с этими белыми будет. Ну, конечно, мне кажется, вопрос, как сказала продавщица, вопрос во времени. В белом там через неделю появятся эти водоросли всякие. Ну, а здесь там через месяц. Ну, будем смотреть, в общем, что будет дальше. Пока все промоем, все прочистим. Все. До новых встреч. А заходим в контакт, там будет внизу ссылочка, группа, и подписываемся. Все. Давайте. Ребята, до новых встреч.